боксом я стал заниматься в 80-м году. Это как раз вот Олимпиада в Москве. И у меня старший брат привел меня в зал на стадион «Спартак». Сначала был, говорится, боксером, потом тренером. Сейчас уже отвечаю, говорится, за развитие бокса с ним. Олимпийским чемпионом, конечно, хочется отметить, во-первых, в 88 году это Яновского Вячеслава. 5-0, Вячеслав Яновский, браво! И Виктор Зуев, второе место. И Магомед Арбиджиев. Это, говорится, наши три олимпийские, говорится, медали. И надеемся, что мы будем продолжать и завоевывать медали. Хочу, конечно, отметить сейчас вот Дмитрия Асанова. На сегодняшний момент вот он, конечно, лидер команды. У нас есть в команде хороший боксер. Это Михаил Долголевец. Тоже самый перспективный парень, 81 килограмм. Смягликов Владислав, 91. Кормильчик, 49 килограмм. Призер Европы 2017 года. Уже начали мы развивать женский бокс уже с 2012 года, это они в национальной команде. На чемпионате Европы среди женщин у нас было две медали. Это Бурин Яна 51 килограмм и Кебикова Виктория 81 килограмм. Планируем, ну, медаль женскую и планируем медаль мужскую. Хочется, чтобы у себя дома была золотая медаль.